Друзья, всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как оплести паракордом ручку у кружки, будь то кружка там эмалированная, керамическая и какая-либо другая, для того, чтобы это выглядело более комфортно и качественно, если эта кружка эмалированная, либо какая-то железная, для того, чтобы она не обжигала руки. Ну и есть еще такой момент, то что можно кружку оплести паракордом и сделать какую-нибудь клевую петелечку для того, чтобы данную кружку можно было легко цеплять на рюкзак или на какую-либо сумочку, карабинчик и брать с собой в дорогу. Вот, вот эта вот кружка моя, это кружка с логотипом фильма «Дастерс». Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Очень классный фильм о мотопутешествии в Карпаты. Вот, и, собственно, у меня вот здесь вот ручка. Я сплел ее не сегодня и даже не вчера, а уже год назад. Вот, прошлым летом я ездил с этой кружкой. Как видите, все у меня в порядке. Вот такая вот петелька здесь, за которую я легко могу цеплять эту кружку куда угодно. Итак, для нашего примера я беру кружку с Джонни Зиггером. Это кружка наша. Кстати, у меня ее даже можно приобрести. Вот, сразу извиняюсь за ракурс, но класть кружку между ног мне будет удобнее всего, чтобы плести, поэтому придется смириться. Также беру пару метров паракорда, можно взять полтора, но я беру два, для того, чтобы у меня оставалось потом местечко, для того, чтобы я мог еще, может быть, что-то подцепить или прицепить. Также, как всегда, мы делим напополам, и вот тут, смотрите, кружку обязательно лучше перевернуть вверх ногами, для того, чтобы мы начали плести снизу вверх, чтобы сверху у нас остались петельки, на которые мы что-то будем подцеплять. Вот таким вот образом. Вот видите, кружка. Здесь у нас паракорд. Так, сейчас вот так и сделаю, чтобы солнце мне не светило. И вот таким образом мы ее ставим, натягиваем половинку и плетем обычную кобру. Кобру плести, наверное, может каждый, но если вы не знаете как, то это делается так. Накидываете сверху стропу, проводите под ручкой и здесь выводите ее в петлю. Вот так. Надеюсь, видно. И затягиваете. Далее, наоборот, вы накидываете на ручку стропу, следующую стропу на нее, проводите под ручкой и выводите в образовавшуюся петлю. И также затягиваете. Старайтесь подбивать к краю кружки, чтобы плетение было плотнее. Опять же, накладываем на ручку, проводим сверху, заводим под ручку и в петлю выводим. Затягиваем. Опять. Таким же образом делаем здесь. Так, сейчас я камеру выключу, чтобы вот тут не трясти, и вы особо не наблюдали мои ноги вот эти вот. Доплету до конца и покажу, что делать дальше. Друзья, когда завершаете плетение, старайтесь тоже подбить, чтобы было плетение плотнее и по максимуму здесь вот это все затянуть, ну, чтобы он у вас потом, вот эта вся оплетка не болталась, по ручке не гуляла после того, как он, возможно, подсядет или просядет от воды. Вот, соответственно, лучше сделать больше и впритык все вот эти стежки и хорошенечко протянуть вот таким вот образом. Так, мы доплели до конца. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем и делаем вот здесь бриллиантовый узел. Как плести бриллиантовый узел, я оставляю ссылку под этим роликом и подсказку в видео. Потому что здесь сейчас это будет не очень удобно выглядеть. Кто знает, просто плетите узел. Кто не знает, можете либо ставить на паузу и смотреть за... на паузы и смотреть за моими сейчас движениями. Либо перейти по ссылке и посмотреть ролик. Вот. Я же сейчас плету его и покажу, что будет дальше. Узел мы сделали, и у нас получается вот такая вот штука. То есть вы можете запросто теперь обрезать
паракорд и вешать эту кружку, как вешаю ее, например, я. Вот за что угодно. Вот. Но можно пойти дальше. Я часто делаю своим клиентам, друзьям, кружку с карабином. Вот, например, берем такой карабинчик и цепляем его сюда. Для того, чтобы, ну, не везде есть петелька или там крючочек, за который можно подцепить эту кружку, а карабин уже зацепить, ну, намного проще. Это получается еще функциональнее. Как нам его сюда повесить? Мы берем его, продеваем на один из наших хвостиков. Тут, конечно, лучше воспользоваться иглой. Одеваем иголочку. И в серединочку нашего узла, сюда, мы его продеваем. Вот таким вот образом. Ну, чтобы была вот такая петелька с паракордом. Потом берем вторую стропу, которая у нас осталась. Также обжигаем. Адаптируем ее под иголку, наворачиваем резьбу, и здесь вот смотрите, вот наша петля, а мы в петлю заходим паракордом, чтобы у нас была вот такая красивая штука, вот так вот, и уже с этой стороны тоже в середину мы пропускаем через узел в самый низ нашу иголку. Камера трясется, потому что она у меня на груди. Вот. И здесь получается, мы уже затягиваем его до конца. Получается у нас вот такая вот конструкция. Все. Далее. Мы опять подтягиваем все. Уже можно посильнее затянуть сам узел, уплотнить его, так сказать. И с этой стороны, вот на выходе у нас в середине осталось два хвостика. Мы их просто обрезаем. Выворачиваем наружу. Обжигаем аккуратненько и прижимаем чем-нибудь гладеньким. Выворачиваем в обратную сторону и смотрим, что у нас получилось. У нас получился такой вот аккуратный узел, закрытый, с карабином. И теперь вы свою кружку можете цеплять к рюкзаку, сумке и прочим всяким делам. Получилась вот такая кружка. Пить чай, квас, сок, пиво она не мешает. Карабин тоже не мешает никоим образом. Он легко ложится вот так вот на ручку. Ну, немножечко болтается карабинчик, но он вообще не мешает вам. Не сковывает ваши, так сказать, действия. Вот, можно держать ее как вот так, даже карабин еще как страховочный получается можно. Вот, можете держать вот так, как угодно. Также вы можете подвешивать эту кружку за саму петлю, а можете вешать ее за карабин. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Я буду очень рад вашей реакции. Привет! Сегодня хочу рассказать вам о второй нашей кружке, которую мы выпустили совместно с моей женой. Посвящена она нашему travel-аккаунту Johnny Zeger. А кто не знает, у нас есть такой аккаунт, он в Инстаграме, он о поездках, ну, наш такой семейный family travel-аккаунт. Это эмалированная неубиваемая кружка. На ней три рисунка. Сам путешественник Johnny Zeger, такая вот мотивационная надпись, и внутри горы.
Вот, когда вы пьете, у вас красиво водичка отражается в виде гор, это все очень круто выглядит и очень классно. Собственно, сами принты нанесены по методу деколи. Это каждый рисунок наносится вручную и обжигается в печах. То есть это неубиваемо, это способ, такой же способ, как наносится сама эмаль на кружку. Тут вы можете только отбить эмаль, но рисунок никогда у вас не сотрется. Вот. По желанию клиента я обматываю ручку паракордом, чтобы она не обжигала руку. Ну и это очень классный, незаменимый помощник в путешествиях, да и не обязательно в путешествиях, даже в городе, потому что сейчас уже ни для кого не секрет, многие кофейни предлагают скидки. Если вы приходите со своей кружкой, есть кофейни, которые делают скидку в процентном соотношении, есть, которые скидывают какое-то количество гривен. Ну и как бы прийти со своей кружкой и идти по улице, пить кофе из своей кружки, это намного круче, нежели с каким-то обычным стандартным стаканчиком с рекламой какой-то кофейни.